Если спрашивать ему что-то. Давай, привет, Сербии. Сербия, привет. Из Челябинска. Русия. У нас много друзей в Сербии. Правильно. Эл, давай. Сербия. Просёнок сербский. Сербии, привет большой. Так. Сербии, привет, с Кургана. Курган, где это? Это рядом, в Челябинске, 200 километров. Ну, рядом 200 километров, это пола Сербии, 200 километров. Донецк. Ого, местный. Так, Деки, что имеешь да кажешь за телевизию? Слободна Сербия. Слободна Белоруссия, слободна Новоруссия. Пази, лежи. Это наш. Слободна сва. Ух ты, что это было? Наша православная земля. Чакай, дай пон. Православные люди. И съебачимо их. Хочешь да придаш поздрав твоим stranačkim kolegama. Kolegama mogu, ali nikom ne predajem pozdrav. Ne, stranačkim kolegama. S nikim se ne pozdravljam. Ako niste znali, Deki je jedan od osnivača Srpske napredne stranke, a ovaj Deki je jedan od DS-a. I sada u mestu. Srbija. Наша печка. Ой, ебем, тя сам суморил. Спасибо. Че нам еще или че? О, наш коллега. Душман. Да, душман. Да, на русском душман, это позитивно. Так. Позитивно, как душно с нашей стороны, понимаете? Если за них это вообще не хорошо. Если душман с нашей стороны, это нормально. Это гудзон. Кому душман, кому... Гудзон пьяный. Кому восточный брат. Ебе, ты что пуцишь-то? Так, ой, аэродром некад био. Био некад. Погиначе душман некад... Строил, а сад га разобил. Душманашку. Давай, Душман, расскажи. Я строил этот аэропорт. Пошла дальше. Пошла дальше, да. Да, не рядом. Построили этот аэропорт, хотели, чтобы люди ездили к нам в гости. Пришли гости и поломали нашу изюминку. Мы не поломали. Противника страшнее, чем Союз. Как-то так. Душман градил овай аэродром. А сад я дошел да га брани. Ослободил его от фашиста. И ничто. Фашиста всех выгоним отсюда. Правильно. Градитесь новый. Изнова строить. Будем строить. Приедете, будете строить, помогать нам строить. Приехали воевать нам, помогать. Будем помогать, помогаем теперь... воевать. Когда будет строили, заплатите что-то. Мы любим на халяву. Да. Деки. Ты тоже строитель, придешь? Не строим ништо. Не строим ништо. Не строим. Само слободу будемо строить. А послех се, ко хоче. Чиме бали. Он нам брат тоже строитель. Мы будем строить слободу. Да, из-за его знаем, мы говорили. А видишь? А что си ты в гражданском? Ну как? Не, как гражданин, какая профессия? Гражданство. Тоже строители, можно сказать. Чем занимаешься? Много чем. Мне общественная деятельность вообще. Я против курения и распития. Что против? Ну, там свое у меня. Хорошо. А чем ты занимаешься? Да, я ничего, я служил по контракту. А, воин. И все, потом уволился. Пожил года два спокойно и сюда поехал. Спокойно? Да, спокойно. Правильно. Все спокойно идет вообще. А Деки е иначе... Все адекватно. У нас вообще учитель истории вот сейчас здесь. Твой коллега. Да, я знаю, да. Мы поговорим. Ух, ловы на нас, а? Нече. Не, ловы сюда. Да, это е била на нас. Это била на нас. А Деки е строил женский манастир. Ej, dupičko. Ovi baš rešili. To su ovi snajperi. Davaj, mi... Polezi. Davaj, sada. Polezi.
Опечели ste. Ух ты. Ovo je odgovor, razjebo sam im... Razjebo sam im snajpere tam, ove minamjote. A istori kušala tude? Istori kušala. Ovi harašo kujar. Koga sara grade mi sredim, gledaj. Sredim mi ne gledam. Kurpa. Znači, normalno. Normalno, u vas šlemi jest. Застрахуй, брат. Ебо, матер, прошине, не можешь действовать. Данчик попаду, да? Нужнее сейчас. Не, мне не нужен. Это мой шум. Сейчас. А там сыпется все у тебя. Эх, все сыпь. Привет, душман. Как песма идет? Застрахуй, брат. Застрахуй. Хуй. Не слышу. Привет, душман. Ovo je baš bilo blizu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сука, одни. А смотри, кошка, кошка, ничего. Как? Режиссер, раз, два. Да позвони укрытого в это мешает. Что да позвони? Мешает снимать видео. Мешает. А. Брат, хорошо. Позови ты там укрытого, когда стало люди сниматься. Да. Важно сниматься. А кошка? Спала. Кошка вообще не реагирует. Не реагирует. Она здесь выросла. Ниша ответка только по ним там у меня. А ответки не будет. А? Тут ответки не будет. Не, него ответка, я сам только по ним сад. Не, наши не отвечают. Мы так всю ночь лежали, они ни разу не ответили. По ним это. По ним не отвечают. Да, они стреляют, стреляют, а нашим пофигу. Так днем постреляют и все. А ночью насрать на все. Ну я сам сейчас положил несколько там. А? Сейчас сам положил несколько там, потому есть то. Ну не видишь, там находится город, по-моему. Там да? Город, но они су били сейчас там, куда су две коробки, с правой стороны от них. Ну, наши три. Туда выходили, ребята, просто артиллерии не долго. О, и надо и ноги шить. Ну, были. Ништа, что мы снимили? Снимили, треба, да отмарим. Ништа, дайте еще один поздрав там в Србии. Я сам нашу, да, тебе... Это вот к нему, блядь. Он тоже прилюбит, привыкли, он поспать, блядь.